Короче, я должна... Так, друзья, всем привет. Жаловались на пляже, но нашли классную кафешку. Вообще сидим здесь на нашем Ватаму Бич. Очень много людей тусует. Сейчас покажу ближе. Но это уже типа как закат близится. На самом деле здесь все классно. Лежачки вот такие стоят 300. Вообще, представляете, полежать на таком шикарном лежачке. Вообще. А мы сидим, сейчас покажу, на вот таком вот просто шикарном диванчике. Вот здесь вот, когда ты уже мокрый, просто спокойно сидишь в пластиковом стуле. А Наташа у девушек отжала вот эту штучку, которую типа как жуешь и кайф получаешь. Короче, да? Бунга чего-то. Короче, какой там бунга-бунга, да? Да, вот глотать не надо. Это как бетель на Шри-Ланке. Мы пробовали, типа жуешь и получаешь кайф. Девочка говорит, не-не-не, не надо тебе это есть. Сейчас я тебе все сделаю. Надавали Наташе чего-то. Девочки там еле-еле. Наташа говорит, ну дайте уже мне поесть. Что это такое? Ага. Так, что-то мы откладываем. Я вам прокомментирую. Листья, ну. Листья нет. А, Наташа лист как раз хотела есть. Вот бы смешно было. Софт, надо нежные. Прикинь, ты такая кайф получаешь и вообще ни от кого. Кстати, Наташин напиток. Смотри, забыла, что она пьет. Это нормал. Типа, а, Long Island, 1200 стоит. А моя такая штучка стоит 100. Вообще классная тема. Так что, уже девочки с тобой насмеялись, да? Оказывается, нужно есть только этот вот стручок, чтобы поймать какой-то кайф. Молодые листья, да? Ну и что? Терпнет. Какой? Терпкая, да? Давайте подойдем к Наташе, когда она поймает кайф уже. Да? Не поймаешь, да? Так, ну что? Вот такие прикольные... Уже столы ставят, уже все гудит. И вот реально этот пляж. Смотрите, инфраструктура, класс. Помните, вот в том кафе я томатный супчик ела и офигевала. Там был кетчуп, потом супчик, потом непонятно что. Короче, видео ставлю, смотрите, ржачное. Вот. Там же я забыла рубашку, правда, потом через 2 дня мне ее отдали. Вот, давайте с вами красоту понаблюдаем. Музыка идет, движ идет. Даже если YouTube отменит монетизацию за музыки, мне все равно, потому что хочу вам это все показать. Так снимать не хотелось, хотелось отдохнуть. У меня 2 дня уже была температура 38,5. Вот, звонили уже, созвонились со всеми нашими страховыми. Была видеоконсультация, ничего, какой-то вирус просто поймала. Неясный. Вот. Вот такое вот кафе прикольное. Называется, по-моему, как-то Island. Ну, в общем, с такими голубыми, как это, динамовские, можно так, Динамо Киев флагами бело-голубыми. И сразу же почти по входу в кафе, когда мы идем с мороженым. Ну, очень классно. Много людей здесь. Мы присели, и нам сразу понравилось. Покажу свое лицо. Вот я немножко загоревшая, уже сгоревшая. Слава богу, температура нормальная. Вот, очень довольна это. Мы сегодня покупали, здесь вода все еще стоит. То есть мы пришли, океан не ушел. Очень классно, я так порадовала. Представляете, уже 6 дней на океане, осталось 2 дня. И вот мы находим такую красоту. Ну классно, ребята, очень-очень рады. Наверное, вы просто нам уже желали во всех видео, чтобы все уже было классно. Да? Спасибо. Вот, сейчас вам еще... покажу этот кайф, да, как бы за мной так было светло сейчас, на самом деле вот сейчас, как вот изображено на камере, уже такие хорошие сумерки, все тусуют, дети бегают, сегодня выходной день, не будень, ну классно вообще, конечно, находиться на отдыхе, давайте поздороваемся с океанчиком, водичка сегодня классная, теплая, долго сидели в воде, красота. Вот. Помните, не знаю, шорты я уже выложила, как мальчик мурен уловил. Наверное, 3 шорта мы сделали. Вот примерно вот так вот уже вода заходит и мурена выходит. Это, конечно, стрём. Мы сегодня плавали, мы знали, что мурена может прийти. Но уже, знаете, уже когда тепло, ты плаваешь, все плавают, думаешь, а вось она меня не укусит там. Ну, в общем, надеюсь, что никого она вообще не укусит. Ну вот такая красота в кафешке. Сейчас пойдемте с вами проверим, как там Наташа. Так, ну что, давайте проверим, что там Наташа.
этот бетель, растение, ели мы его на Шри-Ланке, потом весь рот красный, язык красный, они его постоянно живут, чтобы жуют, чтобы ловить кайф. И, ну, не знаю, мне оно не понравилось, я даже не помню, жевала ли я его. Наверное, жевала, мы пробовали. Вот. А Наташа постоянно его как-то пробовала пожевать. И, ну, не могу сказать, что ей это, по-моему, вставляло. Ну, что вставляет, рассказывай. Это энергетик, это не для вставляния. Это энергетик, помнишь, да? Помнишь, какой там в этом фильме было, каком-то, Джек Восьмеркин американец, когда эту дочку заставили табак есть? Она такая, хочешь замуж? Она такая, да, хочу, тогда ешь. Но она поела, ну что, еще больше замуж хочу. Вот где-то так. Ну, чувствуешь какую-то энергию, что-то? А покажи, открой рот, пожалуйста. А язык покажи. Не, ничего такого нет еще. Пока тебе еще не вставила. Но ты как-то странно выглядишь. Уши такие, наконец-то, и хвост такой, наконец-то. Да. Ну, не знаю, вот. Ну что, так энергетика есть? Или вместе с алкоголем? Да я не пила. Не пила? Я не пила. А, не пила еще. Хотела. Понятно. Ясно. Сейчас, кстати, снова такая толпенька собирается. Вот там были танцы, люди танцевали в кругу, но мы как-то, не знаю, или поленились, или не рискнули подойти. Как-то много местных. Сейчас даже вот белый мальчик идет. Но много местных, и стрёмно было подходить. Все-таки, ну, Кения, несмотря на то, что курорт. Вот, так что... Вот такой вам лайфхак, ходите, ищите, и будет вам инфраструктура. А то мы так наругались на наш пляж. Но на нашем пляже реально ни хрена на этом пляже, конечно, нету. Не на этом, а на нашем, который Turtle Bay. Там валяются только англичане, а итальянцев нет. А комфорт любят итальянцы. Все здесь для итальянцев, все строится, люди любят полежать, все классно. Вот. Ну, конечно, лет через 5, может, это будет напоминать уже Гоа в Индии. Кто был на Гоа в Индии, знает, с чем сравнить, что такое шеки, как полежать, как там прикупить все. Вот чувачок поддатый, он постоянно тут к нам ходил, цеплялся. Ну, ко всем, в принципе, не цеплялся, а просто любил поговорить. Так что, вот, люди здесь, конечно, общительные, особенно когда что продать нужно, к вам просто так додолбутся, что вы уже просто купите, чтобы от вас просто отстали. Мы уже рассказывали. Кстати, сегодня первый раз мы зашли на пляж и такие думаем, сейчас к нам снова 20 пацанов приставать будет. Вообще ни одного. Или все в отпуске, или всех разобрали, но сегодня, кстати, никто не цеплялся. Когда мы легли, подходили, пытались что-то продать, нам ничего уже не надо было. Вот, так что такое вам видео сегодня очень позитивное. Я говорю, что, ну, сперва приехали, ожидали большего от отеля, от океана. А сейчас вот это вот и нашли. Ну, остается еще у нас 2 дня, но в последний день мы уже уезжаем, а завтра у нас запланирована во второй половине дня экскурсия, из-за которой, в принципе, мы вот решили вернуться на Ватаму. Мы должны были поехать раньше, но я же заболела, 38,5, и мы ее перенесли на предпоследний день. Ну, ничего страшного, как бы, ну, все равно Кения — это позитив, реальный позитив. Я надеюсь, что вы это прочувствовали вместе с нами. Спасибо вам большое, что смотрите нас, пишите комменты, ставите лайки. Это реально очень приятно и помогает в продвижении канала.